Видео подготовлено сайтом online.gdz.me. Давайте выполним упражнение номер 3 на странице 5 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Изготовь из полоски бумаги две мерки. Одну длиной 5 дециметров, а другую длиной 10 дециметров. Какой из этих мерок удобнее пользоваться при измерении длины и ширины парты, высоты и ширины классной доски? При измерении длины и ширины парты удобнее пользоваться меркой 5 дециметров. При измерении высоты и ширины классной доски удобнее пользоваться меркой 10 дециметров. Выполни эти измерения, вырази полученные результаты в дециметрах. Ну, это нужно произвести измерение в классе. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.